Да, лучше всего, что словами, надо делом доказывать, конечно же. Уровень жизни. Нас на 58-е место поставили по уровню жизни. Слышал, да? На 58-е нас. На 57-м какие-то кочующие племена. Мы должны быть на 57-м месте. Но сравнить нельзя, те кочуют постоянно. Где их искать? Пустыни же. Там одни миражи. Смотришь дворец, подходишь, хрен тебе, а не дворец. У нас смотришь дворец, и хрен тебе, даже близко не подойдешь. Но они стоят, и мы на 58-м месте. И эти в пустыне без воды, без лекарств на 57-м. У нас лекарства легко достать. Может, не то, что нужно, но вообще лекарства есть. И смотри еще, раньше у нас выражение было «краша в гроб кладут». Так люди плохо жили. Сейчас одинаково выглядим, что при жизни, что в гробу. Так хорошо жить стали. Они нас на 58-е место. Плохо с племенами нельзя сравнить. Где их искать? Ни дорог, ни указателей. Жара такая, гады в песок зарывается. 45 градусов. Там тени нет. У нас тень в лесах. Встал за дерево, тебя вообще не видно. У нас на Дальнем Востоке тайга. Сейчас пригляделись, там 20 миллионов китайцев. А племена где? У них там дышать нечем. У нас одно дерево, ученые подсчитали, не поленились, может обеспечить кислородом на всю жизнь 2-3 человек. Или 5-6 китайцев. Они нас на 58-е место. Это провокация. Они нам мстят за то, что 70 лет боялись нас. Где племена искать? Связи нет никакой. Голуби не долетают, дохнут от жары. Радио нет, телефонов нет, электричества нет. Вообще нет электричества, и все равно не впереди. Культуру возьми. Тоже она показывает уровень жизни. У тех танцы вокруг костра, когда мышь поймает на ужин. Одну на всех. Дикость такая, глаза на лоб лезут. У нас на телевидении фабрик звезд больше, чем у них мышей. И мы на 58-м месте, хорьки вонючие. Эти кочуют и кочуют, кочуют и кочуют, и на 57-м. Они взятку дали. Точно говорю, взятку дали. Только чем? У нас хоть золотой запас страны есть всем нам на черный день. Не когда у тебя черный день или у меня, а когда уже у всех. Когда уже ни хлеба, ни соли, ни лука каждому дадут вот по такому куску золота. Золото надежно спрятано, хранится в слитках. Слиток – это, как тебе сказать, как маленький гробик. Вот если из всего золотого запаса сделать один большой слиток, его будет видно из любой точки страны. Сколько ни есть нас, а утром все встают, и каждый видит перед собой гроб. Такой запас у нас, а не нас на 58-е место. Просили наших хороших специалистов с 56-го места, найдите этих, которые на 57-м, где они ходят? Так эти с 56-го, даже при их высочайшем уровне жизни, отказались. Сказали, черт их знает, где они ходят. Пустыня, жара 60 градусов. Птица яйцо снесла, оно тут же вкрутую, тут же, 70 градусов жары. Под градом с тебя, как в парилке. В парилке полца просидишь от силы, даже с водкой, полца не больше и готов. Этих 2 года никто не видел. Может, их вообще уже нет. Так какой-то мусор остался, кости домашних животных, наконечники стрел. Трогать ничего нельзя. Все заражено. Спит, бешенство, наркомания, проституция, коррупция. Это наше законное место, 57-е. Они нас на 58-е. Но не суки. Что-то здесь не так. Серьезно говорю, что-то здесь не так. Ну,